В Иркуте ввели карантин по бешенству. На территории города был обнаружен труп лисы. Анализы показали, что рыжая плутовка была носителем вируса. Указом главы Коми введены карантинные мероприятия в эпизоотическом очаге и в неблагополучном пункте. Это территория, прилегающая к очагу, радиусом до километра. Утвержден план мероприятий по ликвидации очага бешенства и предотвращению распространения заболевания. Напомним, первый случай бешенства в этом году был выявлен в соседнем Ненецком автономном округе еще в конце декабря. Тогда недалеко от Нарьян-Мара был обнаружен труп песца с вирусом бешенства, после чего на территории региона было выявлено еще два факта заражения у диких животных. А 1 февраля стало известно о подтверждении заболевания недалеко от юга Коми в Кировской области.